«Стражи Галактики» — это киношка про то, как у мальчика мама умирает от рака, после чего его незамедлительно похищают инопланетяне. Такое бывает. Мальчик вырастает в Индиану Соло и идет тырить шарик, за который хотят выложить большие деньги большие дяди, надувая тем самым инопланетян, которые его похитили. За шариком охотится некто Конан, который жаждет отомстить врагам своего народа за то, что те заключили с ними мир. Выясняется, что шарик — это мега-артефакт убер-разрушения, и звезда смерти нервно курит от зависти в углу. И Конан ищет его для фиолетового человечка, который дал ему в помощь двух своих подопечных. Секси-киллершу Асари и секси-киллершу зеленую Нави по кличке Нейтири. В итоге Нейтири, Индиана Соло и страдающий фигней психо-енот с человеком-деревом попадают в тюрьму за разборки в общественном месте, откуда сбегают при помощи эмбриона Шварценеггера, который только то и делает, что всем мешает. Несложно догадаться, что Конан получает камешек, стырив его у человека, который стырил не то белку, не то стрелку, и кидает фиолетового человечка в компании Асари и целой толпы бронебомжей идет валить врагов отечества. Пираты и Dream Team вселенной объединяются ведомой жаждой наживы и или голым идиотизмом, чтобы догнать и одолеть офигевшего Конана и его синюю протеже. В ходе битвы выясняется, что вышедшая из состояния войны страна может иметь штук 100 легких перехватчиков на все про все, и этого хватает. До тех пор, пока враг не пошлет больше одного крейсера, чего, очевидно, в ходе войны не случалось. Мир спасает музыка 70-х. Сюжет фуфло, логики нет, фильм офигенен.